Физико-технический институт совместно с факультетом математики и информатики Таврической академии Крымского федерального университета впервые проводят открытую студенческую олимпиаду по веб-программированию. Ее открытие состоялось 14 декабря. Это олимпиада по веб-программированию в этом году. Для нас еще дорога потому, что мы ее делаем в сотрудничестве с одним из факультетов Таврической академии. У нас намечаются хрупкие ростки сотрудничества с факультетом математики и информатики Таврической академии. И это тоже знаменательный момент. На открытии мероприятия присутствовало руководство университета. Проректор по академической и административной политике Владимир Курьянов поприветствовал участников олимпиады. Я с удовольствием приветствую вас здесь, как участников очень важной и интересной олимпиады. Олимпиады, которая каждому может открыть очень хорошую перспективу в жизни. В олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования из разных регионов республики. Я довольно давно интересуюсь веб-программированием, еще уже, наверное, как лет года три. Я сам делаю сайты, делаю разные проекты, помогаю другим людям, и мне всегда была интересна эта тематика. Поэтому я решил пойти сегодня на эту олимпиаду, чтобы посмотреть, что я могу в плане олимпиады вот такой большой компании, как Яндекс, и протестировать себя. Я хочу прежде всего поучаствовать чисто для себя, чтобы, может быть, если мне удастся получить хороший результат, надеюсь и дальше работать именно в этом направлении. Соревнования носят индивидуальный характер. Они состоят из двух этапов. Первый – компьютерное тестирование, задание для которого готовили представители компании Яндекс. 10 лучших участников пройдут в финал. Финал впервые мы проводим в форме такого практических заданий, ну, иногда говорят хакатон, но это не командная работа, здесь персональная. Они за 4 часа должны будут сделать приложение с использованием всех современных технологий, соблюдением стандартов в этой области, то есть профессионально. Победители получат ценные призы, а также смогут продемонстрировать свои способности потенциальным работодателям. Ольга Якименко, Михаил Погомев, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.